149 серия, участок Мурманск-Магатан, будет пройдено 78 километров, движение в сторону Читы, до Читы примерно 100 километров. Смотрим видео. Стоянка. Все удобства. До Читы 141 километр. На видео полностью отражаются облака. Облака как будто лежат. На чем интересно, что интересно их выдерживает опуститься вниз? Температура. Заехать, да, посмотреть матрас надо мной в Чите.
сигнала опять упала до минимума. Микрофон имею в виду. Сейчас в Чите буду искать надувной матрас. По всей вероятности магазин для туристов.
160 километров. Так, бутылки есть у меня? Вот 5,2, 424. Телята пасутся, справа набирают вес. Как бы лежат на атмосфере, да? А вот вверх у них, по крайней мере, не видно границ. Как будто куски ваты лежат на стекле.
врел. Морильная установка. Теленок лежит, устал бедненький. Хозяин с ума сойдет, разыскивая его. С дороги его не видно, вернее, с обочины его не видно. Спрятался. Когда мама придет за ним. Заблудился, балбес.
равнина, на горизонте только горы, на сопке.
75% мощности. Номер, подскажи, какой был на Ваишном. Он куда-то нахуй уехал, ебать. Видел нихуя, он впереди тебя сколько маячил. О, танки. Хуй, не запомнил, нахуй, дальше. Он таки только с горочки пошел. Ваишка это. Он стоит, но сейчас смотрю.
колонна идет. Разорвали. Этот гаишник воинственный, военная инспекция. Колонну сопровождает.
Да, надолго, да. Нет, спасибо. Это надолго. Магазин для туристов в Чите. Сейчас найду. Вот сколько их. Километра до этого магазина.